Итак, всем привет! Сегодня мы научимся пользоваться чужим API. Но перед тем, как перейти к данной теме, покажу некоторые изменения, которые я сделал в темплейтах show и в темплейтах index. То есть я изменил прошлый код на использование таблиц. Также я добавил ссылку. Ссылку в лейауте налога. Вот ее. Снова я использую root.home. Чтобы лучше понимать, как эта ссылка формируется, выполните следующую команду mix.phx.root. В итоге, вот на данный момент у меня существует всего два пути. Вот они. root.homepath. Благодаря вот именно этому мы можем формировать пути ссылки вот таким вот образом. И не заморачиваться на относительные ссылки. Поэтому советую использовать только такой способ. Снова используем метод roots, который позволяет использовать наши пути. Используем connection и метод. Метод контроллер, который ответственен за конкретный запрос. Так, а теперь переходим к нашей теме. Первое, что я вам хочу сказать, существует, значит, такой GitHub, где вы можете увидеть огромнейшее количество бесплатных API. Я выбрал вот такой вот API, который генерирует шутку про Чака Норриса. То есть, как видите, рандомная шутка формируется и возвращается JSON-ответ. То есть, можно раз, и новая шутка. Чтобы этим воспользоваться сервисами, нам нужно подключить две библиотеки. Одна у нас уже есть. Это JSON, она автоматически идет вместе с Phoenix. А вот второй придется подключить. Это HTTP Poison. Он отвечает за HTTP запросы. Так, чтобы подключить, вот это мы выделяем и идем в наш проект. Ищем Mix и подключаем вот сюда. После того, как вы вставили сюда, нужно прописать и подключить dependency. Соответственно, нужно выполнить следующую команду. Mix but depth.get. То есть в итоге вы загрузите dependency. После того, как вы это сделали, у нас по большому счету все готово к работе. Идем папку Word и создаем файл Chuck Norris. Создаем в нем модуль Word Chuck Norris. В модуле у нас будет одна функция доступная. И остальные будут все приватные. Функция, которая предоставлять будет интерфейс, это будет функция getJock. GetJock. Ой. Пишем result равно. Так. Мы обращаемся вот по следующей ссылке. То есть мы берем как строку. Используем pipe оператор. И пропускаем это дело через метод
той библиотеки, которую мы скачали и установили только что. В итоге получится большая мапа, и ее придется парсить. Поэтому сразу создаем метод parse. parseResp, например. Но ответ у нас может быть разным. У нас может быть удачным и неудачным. Поэтому мы сразу его рассматриваем в кейс-варианте. Case result do. Пишем удачный ответ. Окей. Joke. Возвращаем joke. Если неудачный, какая-нибудь ошибка, например, возникла по пути, мы говорим, что today is no jokes. Так, теперь нам нужно распарсить. Вот этот метод вернет просто огромную структуру. Если вам интересно, можете отдельно проинспектировать, как мы инспектировали кон. Я буду сразу писать через pattern matching, как она выглядит, и сразу доставать нужные мне поля. То есть у меня будет приватная функция parseResp, которая принимает возможный ответ. Response. Так, здесь он у меня body status respond. О, не, статус код. Нас интересует 200. Do. Снова вынимаем body. Декодим это с помощью нашей библиотеки. Декод. То есть мы получаем некоторый JSON, нам нужно его раздекодить, и у нас получится некоторая мапа. И нужно из нее будет вытянуть соответствующую шутку. Ujok назовем метод. Но вот этот метод parseResp поможет и потерпеть неудачу. У нас ведь не всегда будет статус, например, 200. Поэтому мы автоматически должны задумываться о создании еще одного клоза. Пишем parseResp, любой другой. И при любом другом мы будем возвращать ошибку. Так, теперь нам нужна еще одна приватная функция. Это pulljog. Это значит, у нас что там? У нас будет мапа, которая будет выглядеть вот примерно таким же образом, как этот JSON. То есть мапа с полем value, в котором сохранится еще одна мапа, и которая нас интересует поле jog. Поэтому идем и сразу пишем. Value jog. Так, спаттерматчили. Теперь что нам нужно вернуть? Нам нужно. Здесь можно короткий вариант сделать, чтобы сразу возвращать. Окей. Джок. Если по каким-то причинам
неудача. Снова делаем еще один close при любом другом. Мы будем снова возвращать error. Так, все. Наша пи, по идее, готов. Теперь мы идем в наш контроллер, где мы будем пользоваться. Контроллер. Вот наш контроллер. Добавляем сюда Chuck Norris. Joke. Chuck Norris. Get Joke. И передаем его KeywordList. Joke. Теперь нам нужно воспользоваться этим соответствующим темплейте. Например, вот здесь пишем jokes. Все, вроде как все готово, проверяем. Поднимаем сервис. mixpad.phx.server. Сервер. Надеюсь, ошибок нет. Ошибки есть. Так, сейчас я с ними разберусь. В очередной раз очередная глупая ошибка. Забыл здесь указать, что это у нас же pipe-оператор, а не просто так. В итоге снова запускаем сервер. Все окей, идем на страничку основную. И вот наша шутка, которую мы взяли с чужого IP. Перезагружаем. И снова мы использовали чужой IP. Перезагружаем. И снова новая шутка. Вуаля, все работает. Предлагаю посмотреть, что из себя представляет struct response. Для этого я снова экспектировал его. И, как вы видите, сделал запрос, и мне выявило следующее. То есть, как видите, это большая мапа, которую нам нужно просто взять и распарсить. Вот наш body. Body. Где-то тут у нас должен быть статус. Статус. Вот статус. Какой был request. То есть обычный парсер. Потом нам нужно вот этот body полученный, который мы вот здесь получаем, нам нужно раздекодить. Ну и вытянуть шутку. То есть декод. Здесь получается какая-то мапа. И из мапы мы вытягиваем шутку. That's all. Чужой API в действии.